Всем привет, меня зовут Валер Листопад, я диджей Skyradio. На путешествие у меня времени не всегда много, я выбираю близкие направления: Берлин, Амстердам, Париж, Лондон. Но иногда я уезжаю все-таки в теплые страны. Самое ближайшее, но одно из самых ближайших направлений — это город Ницца во Франции. Он потрясающий, с высоким небом, с пляжами, с югом. Там нет акклиматизации, там всегда тебе не жарко и всегда тебе не холодно. Лично у меня этот город связан с огромной любовью. И всем влюбленным, те, кто влюблен, я вот прямо очень советую обязательно съездить туда прогуляться, хотя бы на пару-тройку дней. Поздравляю S-Travel с 30-летием, это очень большой срок, тысячи и тысячи людей отправились отдыхать во все части мира и получили, конечно же, огромное удовольствие. Я желаю S-Travel зажиточных и богатых клиентов, чтобы продажи росли, новых направлений и чтобы 30 лет, и 40, и 50, и 60, и 100, и так далее. S-Travel, с днем рождения!